Valentine's Finest несколько лет отсутствовал в продаже, и перед компанией стояли задачи по перезапуску бренда в соответствии с глобальной коммуникационной платформой Stay True, формированию его обновленного имиджа и привлечению более молодых потребителей. В Беларуси реклама алкоголя жестко ограничена. Единственными доступными каналами коммуникации остаются трейд и интернет. Valentine's Live Rock Karaoke Battle – онлайн и офлайн конкурс рок-караоке за право выступить на настоящем концерте под аккомпанемент известной рок-группы. На сайте liverock.by был реализован механизм онлайн-караоке. Любой желающий старше 18 мог записать свою версию одного из 10 легендарных рок-хитов с помощью веб-камеры и микрофона или проголосовать за понравившегося исполнителя. Поддержка на хенгеры в крупных магазинах. Баннерная реклама на популярных городских ресурсах, тизерные кампании в социальных сетях. Для поддержки конкурса мы провели более 10 тематических промо-вечеров Valentine's Live Rock в лучших караоке и рок-клубах Минска. Посетители соревновались в исполнении хитов Valentine's, видео с их согласия выкладывались на сайт для дальнейшего голосования. Для продвижения проекта было создано первое в истории Misheard Lyrics видео на белорусском языке, альтернативная караоке-версия песни Лени Кравица «I Gonna Go My Way». Идея, заложенная в видео – ты можешь петь любимые песни, даже не зная английского. Видео набрало 6000 просмотров за 2,5 недели размещения. Для активизации сотрудников крупных компаний мы разработали специальный бокс-сет. Наборы Valentine's Live Rock были доставлены в офисы IT-компаний, веб-ресурсов, рекламных агентств. 10 лучших исполнителей по результатам интернет-голосования выступили на финальном концерте в самом популярном рок-клубе Минска. Во время мероприятия зрители путем голосования определили победителя. Охват целевой аудитории в клубах, барах и офисах составил более 3000 человек, в интернете более 1 000 000 пользователей. Сайт посетили 7804 человека и оставили 1450 голосов за 67 видео. 10 финалистов осуществили свою мечту и выступили на сцене лучшего рок-клуба страны. Лучший исполнитель стала победителем конкурса. Продажи Valentine's в клубах-участниках компании выросли в 2,83 раза, в целом по рынку в 2,15 раза. Stay true, leave an impression.